Актюбинские спасатели пытаются предотвратить трагедии во время предстоящих холодов. Уже готовятся к отопительному сезону и обходят частный сектор. В первую очередь, внимание к тем, кто до сих пор пользуется печью. Говорят, хозяева часто игнорируют элементарные правила. Прошлый отопительный период, если брать статистику, то на территории области произошло 125 пожаров. К сожалению, у нас имеется трое погибших за этот период и 7 человек пострадали. Также у нас есть пострадавшие от отравления угарным газом без возникновения пожара. То есть просто отопились печи, значит, 3 человека у нас получили вот отравление угарным газом. Спасателям приходится объяснять, как правильно топить печь. А еще они бесплатно раздают специальные датчики. Приспособление подает сигнал в случае задымления, чтобы люди могли вовремя эвакуироваться. У некоторых такие датчики уже стоят, но не работают. И это как раз выясняется в ходе таких рейдов. Так было и сегодня. Семья, живущая с 3 детьми в заброшенном бараке, отапливает дом печью. Год назад им установили прибор, но из-за постоянной копоти он забился, ну и вышел из строя. Датчик жильцам поменяли. Теперь, говорит хозяйка, осталось запастись топливом. Угля примерно 2 тонны, а дров я даже не скажу. Сколько? Вот мы уже заготовку начали, лежат. А еще, наверное, машин 5 надо, КАМАЗов.